Всем привет, ребята, меня зовут Максим, и сегодня я вам покажу, как сделать настоящую летающую машину вот этой вот игре. Летающую вы это невозможно, да? Ну, вы говорите, нет. Да, что это возможно? Нам нужно здесь что-то удалить. Например, моторчик. Взять блок. Поставить и сделать настолько большую штуку. И для начала надо поставить вот это. Потому что мы будем ставить двух. Мы поставим. Еще один моторчик точно. Мне уже не влезет. Теперь вам понадобится соединить два мотора. Хоба! Ставим, теперь ставим двухвинтовый движок. Настраиваем их мощность. Самую большую мощность. Эти настраиваем под штучки. Теперь вам нужно оградить машину. Вот теперь-таки вам нужно делать обычную вот такую машину. Она необычная. Ой, какая вам сила понадобится, чтобы вас... Вот скажите мне, это не. Теперь делаем переключатель. Заводи! А вот, вот почему не получается, наверное. Я забыл подсоединить к рулю. Вот я чудила. Я забыл подсоединить. Они не будут без подсоединения. Так, вот этот выхлоп не будет работать. Все, подсоединяем, только оказывается подсоединить. Вот это к рулю много всего прикрутить надо. Что-то я все-таки забыл подсоединить.
Тогда вроде бы все подсоединено. Все. Ах, вот оно. Оказывается, для этой машины нужно ВМС больше. Настроим движок. Давай, гони.